Здорово всем, парни. После перехода Таркова на новый движок Unity появилось такое моргание экрана. У некоторых оно появилось в игре, у меня оно появилось почему-то при записи. Я еще толком с этого патча не играл, поэтому не заметил эту проблему сразу. В роликах иногда будет такое моргание экрана. Я хрен его знает, может они добавили моргание глаз у ЧВК, но вряд ли такое должно быть. Короче, буду искать решение этой проблемы, может быть они выпустят какой-то хотфикс. Но пока что только вот так. Приятного просмотра. Я такого вообще не ожидала. Там как будто по тебе с танка каким-нибудь снарядом выстрелили. У тебя шлем его задержал и тебя... Есть на секретке чел. А это Бэмби, не трогайте. Сюда. Это охота началась. Пошел фотографировать его. Крадется. Эй! Бедный оглушился, даже не понимает, куда стрелять. Тут двое. Здесь одна Бэмби, а один такой... Троды кончились. Готовы, блядь. Хорошая фотоохота была. Этот магазин отстрелял, такой слышу, у него этот щелк. Бля, ты второго тоже слепил, что ли? Да, больно. Там двоих, значит, вдвоем сидели в одном месте. Не, один на улице был, а один 38-й в будке сидел. О, слик новый. Пригодится, бля. Нормально. То есть тебя обоих зарубил, да? Да. Сразу меня чувак вот так вот слепил, только почему-то не смог добить. Ну, короче, не попадал оружие, не знаю, что было. Я там ругалась, конечно, вообще. Я хотела его убить, он меня слепляет. А чё, я вот когда бегал, как бы вот таким же образом. Ты убиваешь типа, а не в сликах. Ой, тут погон. Свои слики выкидываю, эти беру. Мне в итоге сликов там вернулось миллионы, бля. Это 9-й был. Это просто вот сейчас весь как бы этот, как это называется, типа пищевая цепочка Таркова только что была. Маленький топорист, челик, который сидит, ждет, фулл кири, блин. И чел, который просто бегает, фанится, блядь, вот аппаратом. Потому что уже похеру, блин. Здесь на третьем. Труп лежит со стороны магазина на третьем этаже. Вроде не бегает никто. На втором есть тут наш? Что? Я на втором. Тоже. Он в меченке стоит, походу. Убил? Конец. Я разберусь. Не пострите мне в спинку. Окей, я не буду, я просто на лестнице стал. Ты его зарезал, что ли? Да. Вот и бегаю сейчас. Я бегаю. Он тут убил кого-то, уже тоже фулку. Будь здоров. Всё. А, он двоих тоже убил. Keep them coming. Piece of shit. Say again. Тебе надо вот этот крик, короче, автоматически был, когда ты бежишь с топором. Мне кажется, им перехочется игой бегать вообще, в принципе. Так, вижу жмурики у магазина. В туалете убил на третьем. Один звуки. Я на холмяне. Тоже. Прошел мимо типа, убил его. Заходим на первый. Я в комнате в твоей хилюсь. Чел до последнего стоял, блин. Я 4 это смотрел.
тепло. Это что летит? Это с дужки в нашу сторону летит. Он пытается кого-то прострелить. Скорее всего, это товарищ последний вот это пытается прострелить. У меня на третьем этаже есть. Ты как третий этаж смотрел-то? В смысле, я не был мне на третьем. Я ж в окно его убил. Ты сказал, я на третьем в туалете убил. Убил, а, в окно смотрел. Где он там, Ань? Ну, на центре. Я-то думала, ты на третий этаж заходил. Я такая спокойно захожу, блин. Вообще бред. Ты долго похилов? Знаешь, руки не буду лечить сейчас, хотя бы основное лечу. 9.39 БПшки. Это... Я на лестнице. Больная херня. Готов? Грену дам туда, погоди. Кинул. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем под гранату, ну стой. В мусорке сидел. Странно, что граната его не у это не задела. Я его не увидел просто там. Еще один минус. Господи, сколько вас тут? Что ж вы себя не бережете-то? Еще пришли. А, еще двое пришло. Меня можешь выкинуть, у меня броник и пушка застрахованы. Я выкинул. Ну это вот, видимо, с двушечки пришли товарищи уже. Я уехал. Ну это декладышка. Так, ладно, где склад 17 находится? Меченка закрыта. Видимо, во втором в пристрое сидят. А где он? Между общагами одного убил. Ты ходишь или нет? Я на крыше хожу, третьего этажа. Так, выхожу на улицу, со стороны трешки подойду, потому что мало ли, может, там уже кто-то подошел. Угу. Где там твой труп? Ну, вот тут где-то в кустах. На первом этаже. Я. В ангаре выкер, стекло разбито на втором этаже, и бот туда смотрит. Походу, вон он там сидит, на втором этаже. Он, да.
какой-то жук. Ну ты, конечно, зря так идешь, если на втором он тоже сидит. Ничего. Ну, тут хорошо простреливается. Так, тут мертвые боты его штурмовали. Все в порядке, все в порядке. Убил? Пока нет. Убил. Что ему? Ему немножечко в глаза попало. Вспышечка. А, это он побежал, короче, твои вспышки. Зрение немножечко проверил ему. Железо кто? Не я. Бот. Бот, ты что, нормальный? Смотри, вообще? Смотри, тебе по лицу попал, по-моему. Не, он мне руку отстрелил. Зубы как будто по лицу. 30-й? Нычки мы не знаем. Ну ладно. Ты на выходе? Да. Что за брена? Да, это нам, походу. Ну. Сашка стреляет, дед. На холме. Двое. Поняла, поняла. Двое минус. На втором кто ходит? Я на третьем. Я стою. Он у меня на третьем уже. На центре. Угу. Я на центре. Убил. Рядом. Моя, да, убил. На холм дам гранатку еще. Вы что ли лестницу там подконтроливаете как-то, ну, подсматриваете немножко? Сейчас подконтролишь. Чтоб не залетели ко мне на туалет? Да. Да, только почему-то они начали стрелять в мое окно. То есть он сбривает с другого, вообще с противоположной стороны. А они стреляют по моему окну. Ну, где увидели движение первоначально, да, начали стрелять. А, вот он лежит. Ты этого залутал, все? Да. Бабаклава 16. Кстати, мы убивали как-то его. Прям на памяти ник. Бомж на диване, который лежит. С ключом, тебе ключ под ним спавнится. В ангаре с бомжом. Блин, а что так далеко? Ну, в гараже. Вот это вот. Между, вот, походу. Там мой клиент, возможно. Может там глушёное что-то было, по-моему, сейчас. Двоих убил. Двоих убил? Да. Угу. Чё, внутри что ли? Один справа, один внутри. По тебе подтапал просто сейчас. Ай, вдвоем. С двух сторон по мне начали стрелять сразу. 12 это понятно. 53 еще в пятом классе бегает. Пятый плюс минус. А четвертом точнее. А четвертый? В экономе? А этот по мне с РСАСки стрелял. Скавс here? No way, man. Lay down your... Не учатся ничего, некоторые учиться не хотят. На второй поднимаюсь. Аня, ты где? На третьем. Тихо, тихо, тихо. Угободил, я так понимаю, да? Угу. Кино американского насмотрелись. Или крысу срывают от жадности. Нет, это просто, знаешь, это такой стрелять куда-то, такой тюк. Ты на каком месте? На втором пристрое. Вот какие левелы, думаете, вот такие голожопые латают мечи? 42-й. Ну, а чё нет? Просто я предвижу в комментариях вой, типа, ааа, тело, рысь, ходишь, убиваешь, блять. 42-й уровень бедных, которые мечи колтают.
Ну, тут же новички играют, а в карту для новичков. Ну, карта, да, для новичков. Там, безусловно. Монетка. Ой, а что у него с лицом? Что у него с лицом? Галя, что с лицом? Он что, индеец, блин? Че не забираешь? Я тебя испугалась. Почему ты себе одел эту хрень, даже не сказал про это? Какую? Чуть не выстрелила. Барсетку, блин, фиолетовую. Берет головой, берет, может берет, быть, а не барсетку фиолетовую. Берет, барсетку. Окей. Shut up, god damn it! Сзади. Где с левой стороны. С левой стороны, с левой стороны. А, слышу. Извини, но не убивай, не убивай. Это... Ну, прости. За что? За что? Ладно, извини, пошли буду. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.